Так, и мы закончили на вибрационных техниках, да, сейчас проработали реберно-поперечные сочленения вот эти, да, кивками, такими каблучками, внедрили с большим пальцем в остистые отростки, подбили их, да, и это было наше первое глубокое внедрение в тело человека, подсказывающее ему, что мы дальше будем еще серьезнее работать и еще глубже. Вот видите, я прям вот так вот вдавливаюсь, вот прям глубоко. То есть этому человеку позволено, он терпит. И нормально вот видно. Вот зажим. Болезненно, да? Вот так. Вот зажим. Вот мы так проработали. И там, где остановились, там и дошли. Пока идем от общего, да, потом к частному придем. Значит, лапа леопарда называется. Это мы берем пальчики, подгибаем так, чтобы у нас все коготки убрались, видите? Получилось мягкое место. То есть вот. Мы не царапаем, не тем. Работаем вот этими костяшками. Значит, получается, лапа леопарда превращается в шестеренки. Раскручиваем вот так вот его. Можно вот ткань убрать друг против друга. Вот так вот зажимаем. Вот так вот плотно все. Теперь приподнимаем лопатку. Вот нижний уголок лопатки, верхний уголок лопатки. Это раз, зона приложения усилий. Потом пониже, два зоны приложения усилий. И три, вместе с плечом. Показываю, раз, два и три. Лопатка должна падать на стол. Видите, у человека хорошо она плюхается. Хорошая подвижность. Это хорошо. Теперь с вибрацией поднимаем снизу, да, и как бы она вытекает у нас из рук и плюхается на стол. Вибрация вот такая. И вибрация вот такая. Более мелкодробная. Тут мы как бы из руки в руку перекидываем, да, в первом случае. Во втором случае вот провибрировали вот так вот. Отпустили, дальше лапу леопарда, получается такой щипок, как бы делаем, да? Щипок с подворотом. Вот можно хаотично прощипать все. В принципе, это похоже на, если замечаете, двойной кольцевой захват из классики, да? Когда мы вот так вот работали, только у нас пожестче. Вот прям берем двойной кольцевой захват. Вот тут проработали, всю спину прошли. Несколькими волнами. И далее все наши движения стараемся делать снизу вверх. От тазовых костей. Да? Опять берем, отделяем мясо, то есть паравертебральные мышцы от остистых отростков. Вот таким образом, глубоко внедряясь кулаком теперь. Вот эти костяшки работают. Вот эти вот. Вы должны прям чувствовать, как поворачивается эта мышца, как она разворачивается вот так вот. Вот снизу вверх идем. Это мы открываем ключи шлюзов. Вот открыли. Теперь берем, открываем сам шлюз и потекла вода. Открыли шлюз, запустили воду. Открыли шлюз, запустили воду. Вот таким образом мы как бы рисуем на теле человека такие полоски. Если посмотрите, да, то похоже вот на тельняшку. Только поскольку мы работаем с одной стороны, да, мы получается только односторонние. Спускаем воду, ну, по сути, спускаем лимфу, а не воду, да, и все, межклеточную жидкость тянем вот туда. Вот, проработали. Где закончили, там продолжаем. Натянули трапецию на себя. Тянем прям лапу леопарда, да, вот так жестко взял. Ну как, не жестко, мягко. По сути, вот этими. Вот этим сводом получается, да. Так взял. Тянем. Медленно. Вытягиваем, она выплывает, и мы начинаем теперь вибрацию кулаком по паравертебральной мышце. Вот раздавливаем ее достаточно глубоко, с утяжелением. Ну, спрашивайте человека, если он такого не терпит, да, то тогда делайте по площади кулак вот этой поверхности, да, будет мягче. Так легче, да? Да. Ну, там тоже классно было. Вот, или на нажим ослабляйте. Тут нам важны только паравертебральные мышцы. Далее опять лапа леопарда, да, и мы теперь натираем вот снизу вверх. Несколько проходов делаем, да. Вот сразу покраснение пошло, здоровое такое, да. То есть растирание теперь с утяжелением, вот такое глубокое, видите какое. Ему может помочь дополнительное растирание, когда у нас рука расслаблена, она хлесткая вот такая. Только с утяжелением.
чувствуешь, согреваешься, да? Ну, вообще интересно. То есть рука мягко будет вот там, туда-сюда. Переходный момент, то есть вот сейчас уже у нас уже красно, да? Теперь переходный момент, добавляя вторую руку, вот такую вот восьмерочку, как бы рисуем, и переходим на таз. Размяли икроножную мышцу всю, вот так лапа леопарда, да? Теперь лапа леопарда превращается в куриную лапку, это когда у нас все пальчики друг от друга расходятся в стороны. Вот мы сейчас потренируемся, вот мы поставили, все в разные стороны, видите, разошлись. Расширяются. Здесь мы ставим на пояснично-подвздошную область, вот эти ямочки, да, пальцы. Кстати, тут очень плотные, мощные зажимы бывают мышечные, да. И отделяем как бы вот от подвздошной кости, где крепятся мышцы ягодичные, да, все эти мышцы отсюда отделяем. И от крестца в том числе вот раз, два по очереди. Закончили, дошли до конца, до места крепления мышц. А надо понимать, что вот тут вот косточка это вертел, да? Большая ягодичная мышца крепится на самом деле ниже вертела. Вот, вот примерно вот тут вот. Ну, где-то вот на расстоянии сигаретной пачки примерно, да? То есть вот до туда мы дотягиваем, вот ее место крепления. Теперь всю ягодицу разминаем хаотично. Это мы кулаками сжали. Растянули мышцы, сжали, растянули, в этом направлении сжали, растянули, по спирали, поскручивали, по-всякому, вот так вот достаточно глубокая такая работа, все поскручивали, размяли. И теперь, если нам надо, то дополнительно внимание уделяем крестцово-подвздошным мышцам, это они вот тут идут. Вот они такие вот прям выпирают тверденькие. Нервным выходом и пояснично-подвздошной связки. Связка мышц. Вот они. Они такие коротенькие, вот, по сантиметру, по 2 сантиметра. Вот вообще маленькие, толщиной с мизинчик. Им вообще редко кто уделяет внимание. А нам надо для мануальной практики дальнейшей это все подготовить. Да? То есть берем сюда, прям вот внедряемся. Раскачиваем. Ну, это уже вот отдельная такая работа. Если там, конечно, человек жалуется, да, на какую-то другую часть, да, то тут тоже вот так вот берем, мышцы отодвигаем и раскачиваем. Можно кулаками. Вот мы раскачиваем. Внедряемся близко-близко к остистому. Прям вот тут вот вообще, прямо рядышком-рядышком снимем, туда поглубже. Вот, либо вот этим пальцем, да, мы делаем упор напротив большого пальца, либо вот этим пальцем вот упор, чтобы проникнуть гораздо глубже вот туда. Не больно? Да. Вот, спрашиваем у человека. Растрясли, размяли все эти мышцы и с этой, и с другой стороны. Теперь большим пальцем обводим остистые отростки у крестца. А крестец это 5 сросшихся позвонков, значит у них также есть и остистые, и боковые отростки. Дошли до завершения крестца, продавили вот эту точку акупунктурную, где он крепится с копчиком. И чуть подальше вот на сам копчик. Не больно? Это стимулируется как раз половая функция у человека. Вот если посмотрите поближе. Вот, тут такая ямочка получается, да, раздвоенная на крестце. Вот прям вот сюда даем. И потом вот где копчик, вот тоже ямочка, вторая. Ну, как бы они такие, видите, квадратики такие получаются. Вот их продавливаем. Далее выходы 4 нервов идут, видите? То есть крестец, он же сросшиеся позвонки, вот у него боковые вот такие растут, да? И выходят нервы в эти щели. Если 5 позвонков срослось, то сколько щелей получится? 4 между ними, да? Вот берем их прямо вот от этой точки и находим. Вот раз, два, три, четыре. Вот прям такие выступы, прям вот такого размера. Вот, как будто вы их обходите, да, и находите вот эти вот. Прожимаем все техникой шиатсу. Шиатсу, это значит, мы должны ввинтиться туда и вывинтиться. Ну, то есть это вкрутиться и выкрутиться. Если не получается вкручиваться, да, то хотя бы просто вибрируем, да. Вот нашли точку и
Провибрировали. Далее, вот эта ямка, это на самом деле кость. В ней, ну, если надо, да, там есть всякие вот эти вот шарики, солевые там наросты, да, их можно прям вот раздавливать, это достаточно мощно, жестко, кулаком и пальцами. Насколько человек терпит? Нормально? Угу. И вот выше по подвздошной косточке вот так вот пошли. Вот тут они вот собираются. А нас на самом деле интересуют еще мышцы. То есть над ними вот так вот идут мышцы. Мы их растягиваем вместе с квадратными мышцами. И с такой легкой вибрацией проходим вниз, спуская лимфу. То есть, смотрите, получается, вот ягодица закончилась. Вот тут идет выше ее, это подвздошная кость. Мы проходимся по нижней части подвздошной кости, по самой кости и над ней. Три линии получаются, да? Вот, над ней, по косточке и под ней место крепления мышц. Уходим на саму ягодицу. Делаем упор с той стороны в таз, да, потому что нам надо будет жестко проработать саму ягодичную мышцу. Значит, лапа леопарда вокруг вертела. Я вам говорил, что мышцы вот так растут, да? Значит, получается, поперек этих мышц делаем три прохода, но с направлением сверху вниз к паховой зоне, где лимфоузлы накапливаются, да? Вот прямо от этой косточки вокруг. Раз проход шестеренкой, два проход шестеренкой. Три проход шестеренкой, а ты расслабь ягодицу. Ага. Теперь поперек кулаком их, поперек этих мышц раздавливаем. Там, прям, знаете, чувствуется, как будто так вот раз кулак по ним проходит. Второй проход, третий проход. И теперь три прохода параллельно этим мышцам. Значит, вот кулаком с вибрацией. Раз. Два, три, видите, угол меняется у меня, четыре, по крестцу также протянули вибрацию с утяжелением, раздвинули, как только доходим, вот напротив вот этих ямочек, да, заканчивается крестец, вот это базис, да, от которого организм растет вверх, и все, что растет вверх, мы тянем, декомпрессируем также вверх. Но давить на асистотроски нельзя. На крестец можно, по крестцу можно хоть бить, хоть костями вот так уж жестко. Он все стерпит. А вот асистотроски уже больно. Поэтому мы их обходим, обхватываем двумя косточками, прямо асистотросочек захватили с утяжелением. И вот мы их вот так вот друг от друга начинаем раскачивать достаточно глубоко. И таз тоже, видите, ходит. Таз в сторону идет. Вот, в этот момент также можно прохрустеть достаточно хорошо все эти места. И дальше мы переходим к локтевым техникам, но об этом будет наш следующий сет. Сейчас мы все будем отрабатывать на практике, на живой натуре. Приходите к нам, мы вас всему научим. С вами был Олег Алагудвин. До новых встреч, дорогие друзья.